Добрий вечір, в ефірі 35 телевізійного каналу. Як завжди у цей час, програма «Добрий вечір». Нашого гостя сьогодні Олена Герасимчук, президент Федерації Асоціації малого і середнього бізнесу України. Добрий вечір. Доброго вечора. І так, Елена Андреївна, собственно, тема важная и актуальная, а именно возможности малого и среднего бизнеса, связанные с арендой коммунального имущества в городе Николаеве. Вчера по этому поводу вы проводили круглый стол, ну а сегодня, собственно, продолжаем этот разговор у нас в студии. Есть ли у города Николаева еще коммунальное имущество, которое может быть интересно предпринимателям? Почему спрашиваю? Потому что мы постоянно слышим и, в принципе, понимаем, что в прошедшие приблизительно 15-20 лет город Николаев подвергся, скажем так, тотальному разграблению, и, кажется, уже ничего не осталось. Есть ли еще что-то интересное для работы малого и среднего бизнеса? Я думаю, есть, но оно не в открытом доступе. Это одной фразой. То есть оно по-прежнему под прицелом? Оно закрыто в большей части. Хотя мы знаем, что есть электронный реестр, и всегда мы слышим, когда есть выступление чиновников, депутатов, мы слышим, что доступ есть. Как такового доступа свободно до полного количества или объема свободных объектов нету. Я хочу сказать, что вчера у нас был круглый стол, который как раз вот, ну, мы подводили итоги своей длительной работы, которую мы провели в части мониторинга работы вообще всех сторон, имеющих отношение к аренде коммунальной собственности. И нам хотелось узнать, насколько эффективно сегодня как чиновники, так и депутаты управляют нашим коммунальным майном, ведь мы их избирали, назначали себе чиновника для того, чтобы эффективно управлять. Так вот, насколько они эффективно хотели управлять, вернее, насколько они управляют, мы хотели проверить. Мы проводили эту работу на протяжении 2 лет, но активная работа проводилась уже в 2018 году. И результаты вообще нас потрясли. Хорошо, если мы говорим о мониторинге, это вообще что? Расшифруйте, пожалуйста, как это работает? Для того, смотрите, с чего все началось. Ко мне, как, ну, скажем, лидер общественного движения, я как и председатель профсоюза, глава региональной рады, как президент федерации, я постоянно получаю информацию от представителей малого бизнеса, ну, субъектов хозяйства, не назовем, о том, что очень сложности большие у них возникают при получении доступа до аренды коммунального майна, при продлении договоров аренды. То есть это фактически муки ада, которые проходят у нас в горсовете, городском, ну, в пятиэтажном нашем здании, скажем так. И когда наш новый городской голова избирался, у нас были очень большие надежды, что, скажем, с его приходом это, скажем, прекратится, вот такие движения, которые перегружают бизнес сегодня. В основном на законодательство уже в Украине на последние 5-7 лет, которое вышло, оно очень ограничивает действия чиновника и направлено было на то, что субъект хозяйствования после того, как еще открыли ЦНАПы, он должен только прийти, подать заявление, и он должен получить ответ. Что касается вот конкретно аренды коммунального майна. Когда мы начали мониторинг первый, мы начали изучать, после того рассмотрения всех проблем, которые существуют у малого бизнеса, это длительность прохождения согласования на получение на новый объект, и проблема была в том, что нет реестра, нет доступа, где-то кто-то узнал, где-то как договоренности с чиновником, которые открывали, с подсукна доставали эту информацию, и было желание, чтобы в горосполкоме было, по крайней мере, и как депутаты, и горсовет в тандеме работали для того, чтобы сдавать в аренду коммунальное майно. И вот для того, чтобы проанализировать всю работу, все-таки кто здесь, насколько, согласно законодательству, наделен какими полномочиями и где идет сбой, что такая ситуация, мы начали мониторить первое, то есть юристами начали мониторить все законодательство Украины. Первое – это Конституция Украины, закон про местное самоуправление, закон про аренду майна. Положение по аренде коммунальной собственности в городе Николаеве. Мы регламент депутатского корпуса изучили. Мы изучили положение по работе постельных, по затверждению положения решения сессии про затверждение положения по постельным депутатским комиссиям. То есть все вот это, весь перечень, которым, скажем, регулируется их деятельность. Мы за 2 года пересмотрели практически все протоколы комиссий. Мы пересмотрели всю информацию, которая касается по договорам. Мы написали, ну, уже действующим и по продлению договоров. Мы просмотрели и видеозаписи. Мы очень много дали запросов на управление коммунального майна. И мы просмотрели даже бюджетные программы.
и звіти по этим бюджетным программам. То есть объем мы сделали колоссальный. И вот когда мы подводили итоги, вот там уже как раз уже это все и вскрылось. А что вскрылось? Самое главное, значит, у нас в этих отношениях три стороны. Субъекты хозяйствования. Мы же являемся громадой. То есть мы громада, мы, выбирая депутатов, мы им дали право на это управление. И коль мы им передали это право, то мы хотим пользоваться своим правом. Естественно, кто берет в аренду коммунальное майно? Только субъекты хозяйства. Тот человек, который хочет сегодня осуществлять или раньше не хотел, хочет осуществлять предпринимательскую деятельность. Закон про аренду майна четко написано, что когда субъект хозяйствования подает заявление, у него у органов власти всего-навсего 15 дней для того, чтобы принять решение. Или дать положительный ответ, или дать отрицательный ответ. Но если дается отрицательный ответ, то четко должна быть подана информация, почему отрицательный ответ. И в законе про аренду майна четко вызначено пункт, их там 4 или 5 всего-навсего, которые говорят, в каком случае только можно отказать. Если объект готовится на приватизацию, там, ну, очень, очень весомые, а так просто там вважаем, как большинство отказов написано, что комиссия вважает недоцільним сдачу в аренду. И вот когда мы изучили вот эту всю ситуацию, параллельно, когда мы мониторили из свободного доступа с интернета информацию, мы подавали заявление, заявы, свои письма по получению информации в управление коммунальной собственностью. И первое, что нас обрадовало, когда мы закончили мониторинг, что цифры, которые мы имеем и нам дало управление коммунальной войны, они практически сошлись. Значит, мы работали в правильном направлении. И что мы установили самое такое важное? Что согласно закону Украины, в основном управлением коммунального собственного наделены это чиновники. Это управление коммунального майна при городском совете. Депутаты же, согласно закону про местное самоуправление, очень ограничены в доступе, не в доступе, а в решении вопросов передачи в аренду. Они могут принимать только решения там, по утверждению, скажем, объектов, которые идут на приватизацию, там утверждение тарифа, может, это совместно с другой комиссией, но они не наделены правом дозвольного органа, органа, который дает право на аренду. Вообще все договора, которые по продлению аренды, они вообще не должны заходить на депутатскую комиссию. А как я прошу прощения, это сочетается с политикой вот нынешнего созыва Николаевского городского совета, который говорит о том, что вообще все решения или практически все решения, которые принимаются исполнительной властью, вот их бы хорошо сначала пропускать через комиссию. А уж тем более, если речь идет о коммунальном имуществе, его отчуждении, либо аренде. Ну, смотрите, основной закон, который регулирует всю деятельность у нас в Украине, это Конституция Украины и законы. Закон про местное самоуправление, как сказали, закон про аренду майна. Закон про аренду майна четко выписаны полномочия, кто имеет право участвовать в этом процессе, кто имеет право управлять. Там конкретно выписано только органы местного самоуправления, то есть управление коммунальной собственности. Депутаты никаким образом вообще они туда не входят. Хорошо, тогда вот я же не ошибаюсь, у нас иная практика. У нас иная практика. Получили право на выдачу рекомендаций о продлении договоров или отказывают депутаты только согласно, как я сказала, положению по депутатским комиссиям, которые утверждены же сессии городского совета. Это был 16-й год. Они сами себе в нарушение закона дали это право. Такое же право получили и, конечно, депутаты и земельной комиссии, и других комиссий, но нас пока сегодня эта комиссия интересует. И это категорически противоречит нормам закона. Вчера у нас на круглом столе была секретарь городского совета Казакова Татьяна Викторовна, когда мы об этом сказали, она говорит, она нам порекомендовала, вы, пожалуйста, тогда свои напрацювания, то, что вы сделали, передавайте на регламентную комиссию. И юристы после регламентной комиссии отрабатывают. Мы уверены в том, что... Но я прошу прощения, мы же понимаем, что это путь в никуда. Я не могу сказать, что это путь в никуда. А я могу так сказать, я могу это утверждать. Как же так? Это депутаты одного и того же совета. Что регламентная комиссия, что комиссия по земле, что и там и 25 других комиссий. Это же один состав городского совета, который голосовал за этот регламент. Они же проголосовали за него. За регламент и за положение по постановлению депутатской комиссии. В том числе эти люди, которые сидят теперь в комиссии по регламенту работают. Они же проголосовали за него. Наделили своих коллег. Как говорится, ворон ворону глаз не выклюет. Они все вместе наделили своих коллег, ну в данном случае из комиссии по
по коммунальному имуществу наделили этими полномочиями. Вы знаете, они-то наделили, но смотрите, за два года... Вы Татьяну Викторовну Казакову звали на... Да, нет, мы приглашали и главу комиссии бывшего Репина, и сегодня глава комиссии, кто был заместителем главы комиссии, мы приглашали. То четыре человека именно с этой комиссии мы приглашали. Руководители фракции? Руководители фракции мы не приглашали. Ну, там же в комиссии представители разных фракций. Да, безусловно. Мы пойдем на регламентную комиссию, там, где есть представители фракций. И что нас удивило, не удивило, я была готова к тому, что депутаты не придут, то есть члены этой комиссии не придут. Так мы с этим, это видели, ни один из представителей приглашенных депутатов с этой комиссии, никто не пришел. И я понимаю, почему не пришло, потому что они понимают, что перед бизнесом нужно смотреть уже, когда работают камеры, журналисты работают, нужно смотреть в глаза бизнесу и говорить, почему сегодня такая ситуация. Я все-таки не исключаю. На самом деле, жаль, я прошу прощения, что не было на этом круглом столе. Например, Олега Солтиса. Или Олег Солтис был. Олег Солтис был. Он был не приглашен, но он зашел к нам. Может, я ошибаюсь, но мне кажется, что именно Солтис и Копейка, например, Игорь Николаевич, как раз являются идеологами того, что вот вопросы, касающиеся непосредственно, ну, в том числе аренды, коммунального имущества должны проходить через комиссию. Копейка у нас был приглашен, а Солтис там зашел. Что это прямое нарушение действующего законодательства. Да. Солтис, когда получал эту информацию, то он, конечно, был не согласен о том, что они не имеют права. Он говорит, вы нам докажите, что мы не имеем права. Я говорю, мы готовы вам доказывать о том, что это само положение, оно принято в нарушение законодательства. И хотят они для того, но все-таки доминируют Конституция и законы Украины. И регламентный комитет, я сложно представляю, как они смогут доказать то, что они приняли норму, которая, скажем, противоречит нормам законодательства. Есть еще судебная практика. Так вот. Вот все-таки, возвращаясь к тому, что ворон ворону, ну и поговорят, ну в любом случае регламент меняет не комиссия, регламент меняет сессия, не проголосует сессия за эти изменения, вообще может не попадет в сессионный зал. Что дальше планируете? Ну, мне сложно сказать, что будет, как сейчас планировать. Все-таки мы должны пройти регламентный комитет и должны выйти на сессию. И мы должны выйти на сессию. Вот когда мы всю завершим цепочку уже движения наших, то есть нашей последовательности, наших действий, вот тогда мы уже будем принимать решение, что будет дальше. Но если, еще раз говорю, только мы не решим, не приведем все в соответствие, мы инициаторы сегодня. Я хотела бы, чтобы все граждане города Николаева, которые сегодня сталкиваются с этими проблемами, понимали, что у нас очень большие права. И надо, если вы видите, что ваши права нарушаются, надо не идти по пути, как тебя ведут, а надо сопротивляться. Меня больше всего и волнует то, что такое количество субъектов хозяйственных, которые проходят по вот этим мукам ада, никто не сопротивляется. Ведь если эту работу кто-то бы делал другой, и это сделали раньше, и почему юристы, ведь видите, нас же сколько предпринимателей юристов, почему на это не обращали внимания? Нас удивляет, почему эти положения, которые приняты с нарушением законодательства, тоже регламент, не завизировали юристы, не отказали в визе, вернее, юристы городского совета. Я этого просто не понимаю. Но об этом все мы будем говорить как раз на этой регламентной комиссии. Так что еще впереди очень тяжелый период, но я знаю, в любом случае, не знаешь, как поступать, поступай по закону, все равно будет доминировать закон. Если в законе четко говорится, что договора аренды продлеваются, и можно не продлевать только при очень обмеженных условиях, если сегодня нет такой нарушения, скажем, условий договора нет, субъект хозяйства вообще не должен подавать на комиссию. Дальше мы будем у нового начальника сейчас управления коммунальной собственности, мы теперь дальше уже будем говорить о том, те документы, которые заходят, на каком основании они не продлеваются. Вот вчера об этом стоял вопрос, готов ли он сегодня принять на себя такие полномочия. А на предыдущий был? Да, он был. Ответ какой-то получили? Но он сказал, да, что он над этим вопросом начнет работать. И если только бизнес будет четко стоять на позиции, у меня есть договор, подошел срок продления договора аренды, будьте добры, мне продлевайте. И на комиссию то, что заходит, это уже, они даже, если даже зашли на комиссию, они несут, и депутаты с ним знакомятся, но руководитель управления коммунальной собственности должен вовремя и в сроки продлить договор аренды. И другого быть не может. Если субъекты хозяйственные, которые заходят
конкретно на новый объект, уже они знают, что они могут. У них 15 дней, закон говорит 15 дней. Они должны требовать выполнения 15 дней. И если нету, естественно, конкурса. Конкурс когда? Подали заявление, управление обязано в газете напечатать, что такой-то объект передается в аренду. Если еще кто-то заявляет, они организовывают конкурс. Это все равно 10-15 дней, пусть 30 дней, и объект должен получить ответ. И никаких задержек быть не может. И если стоит вопрос, а что же делать должен управление коммунальной собственности, руководство, если получает от депутатов недоречно, я знаю, что многие получают, подав заявление, получают отказ и есть вот такие вот отказы. Так что это то, что мы промониторили. Но результат еще более, скажем, интересен. Когда мы посмотрели, сколько объектов было у нас в собственности, смотрите теперь, что по цифрам. Мы увидели, как те объекты, которые у нас находятся в электронном реестре, вы знаете, такой дорогостоящий, у нас такая дорогостоящая программа, которую долго мы ждали, которая на сегодня не работает. Мы увидели в этом реестре одну цифру, там 2000 почти 600 объектов, и мы написали запрос в управление коммунальной собственности, нам дали ответ 2300, почти 300 объектов у нас разрыв идет. Это уже первый, да, настораживает, что нет учета объектов, те, которые находятся вообще в управлении коммунальной собственности. Нету контроля даже над этим. Это уже говорит о том, что программа там не показывает реалии, которые есть. Вы мне задали первый вопрос. Второе, мы посмотрели, что за полтора года последних депутаты отказали, притом без какой-то аргументации отказали с 67 субъектам хозяйствования. И мы просчитали, самые минимальные поставили тарифы, да, расценки за неиспользованное помещение, скажем, субъект хозяйства подал заявление, полтора года, там, или два месяца, восемь месяцев рассматривали, им это все просчитывали. Если бы субъекту дали вовремя в течение 15 дней, и он начал там свою работу, сколько бы он по минимуму заплатил даже без учета индексации, потому что это невозможно просчитать. Поэтому взяли самые маленькие тарифы. И мы просчитали, эти 67 объектов, это почти 6700 квадратных метров, которые не переданы были субъектам хозяйствования в использование. Так вот, по этим объектам потеря 3,4 миллиона за год. Внушительная цифра, да? Кроме того, мы же понимаем, что если объекты хозяйства, объекты коммунальной собственности не сданы в аренду, но содержание-то их идет, объекты отапливаются, освещаются, охраняются. Это городская власть, сегодня это наши деньги, нас, налогоплательщиков, тратятся на содержание этих объектов. И мы добавили еще 160 тысяч. Это мы получали, скажем, с интернета информацию, с доступа свободного. И то, что нам давал управление коммунальной собственности. И так у нас получилось, что еще сюда добавились объекты, 200 объектов, которые сдаются за 1 гривну. Когда мы посмотрели на эти объекты, там очень много общественных организаций, там, допустим, есть объекты, которые ведут деятельность и почему-то им за 1 гривну сдали. Есть 88 объектов, которые вообще сдали так безуплатно. Тоже такие объекты, там очень много общественных организаций, там, ну, скажем, в этих списках есть, там, допустим, институт культуры, там, еще какой-то институт. Это субъекты хозяйствования, которые работают и получают прибыль, образование платное. По какой причине им сдается за 1 гривну или за 0, вообще без коштовного користования. И мы просчитали, что с учетом вот этих всех объектов, которые сдаются без денег, сдаются, ну, безоплатно, сдаются за 1 гривну, сдаются те, которые не сданы в аренду, потери бюджета составили по нашим расчетам 5 миллионов гривен. Точно так же посчитали в год. Точно так же посчитало и управление коммунальной собственности. И в связи с тем, что у нас, ну не в связи с тем, что у нас на нашем круглом столе присутствовал господин Солтис, член комиссии. И он сказал, нам это очень понравилась цифра, ну я говорю в кавычках понравилась цифра, потому что мы были возмущены, что 5 миллионов в год потери, ведь на 5 миллионов в год за последние даже 3-4 года сколько можно было в городе сделать, да? А он сказал, что говорит, я не согласен с вашей цифрой, эта цифра составляет в пределах 15 миллионов. Извините, если вы депутат и говорите, 15 миллионов идет потери от того, от вот, скажем, недополучения и такого неграмотного управления, неэффективного управления, то зачем они вообще нам нужны? Зачем нам люди, которым мы доверили право управлять, сами собой несут такие нам убытки городу Николаю? 15 миллионов – это колоссальные деньги. Здесь уже можно много сделать за счет этих денег.
Естественно, подводя итоги по круглому столу, мы приняли решение, что сама вся система, которая работает в городе Николаеве, работает неэффективно. Мы промониторили еще и, как я сказала, отчеты по бюджетным программам. Ой, там тоже у нас, когда мы вышли на цифры, нас удивило то, что данные по отчетам и данные, которые дает управление коммунальной собственности, разнятся в сотнях тысяч, в миллионах. Если данные даются по ЗВИТам 10 миллионов, управление коммунальной собственности 13 миллионов. Как такое может быть? Мы говорим, а где учет всего? И у нас есть что уже показать городскому голове. Как можно вот вообще не проверять, не контролировать вот такой огромный спектр наполнения бюджета, да? Такое направление, которое должно направлять в полном объеме и эффективность. Мы еще не говорим о том, что деньги же тратятся на содержание управления коммунальной собственности. Еще есть какие-то же расходы, наверное, содержание объектов еще дополнительно самих же сотрудников, где они находятся, и приобретение оборудования и так дальше. Это все, если в куче сложить, то там колоссальные суммы, то есть недополучение плюс расходов, то, наверное, это в районе где-то 18, где-то мы так, если говорить со слов Солтиса и то, что мы просчитали, 1 018 000, если идут потери, то нужно тогда смотреть, а нужно ли нам такие сегодня распорядители нашим майном. Досрочные выборы? Нет, недосрочные выборы. Я считаю, что сегодня как раз их возможность, тех субъектов хозяйствования, которые сегодня находятся в таком тяжелом положении, как раз сегодня объединить свои усилия, и нам нужно привести все в порядок. Если сегодня сама власть не может, только через общественное движение, считаю, что мы сегодня можем как раз вот навести порядок. Это очень тяжело. Правильно вы сказали, что а если они не будут голосовать? Все возможно, что они не будут голосовать. Но тогда уже нам надо ваша помощь, прессе. Тогда надо показывать героев дня. Кто сегодня будет... Так они не сходят с полос. Ну, знаете, не сходят с полос взагалі. Их риторика, их выражение, их поведение. Они же не сходят с полос. Но выборы тоже не за горами. Люди не краснеют. Но выборы даже тоже не смотрят за горами. Смотрят вам в глаза и говорят на черное-белое и прекрасно живут при этом. А мы, избиратели, да, продолжаем. Вы знаете, мы еще промониторили работу управления коммунальной собственности, и эта информация была очень интересна новому руководителю. Есть методика, которая утверждена, методика оценки работы чиновников в части эффективности управления коммунальной собственности. Есть определенные коэффициенты, то есть по этой методике, когда мы провели все данные, взяли все звиты по бюджетным программам, и когда мы прошлись по этой всей методике, там есть такой показатель, самый низкий показатель, скажем, 190 единиц, это уже ниже упасть нельзя. Это самый, то есть хуже уже некуда работать. То у нас показатель по нашему городу вообще 168 единиц. То есть это говорит о том, что управление сегодня коммунальной собственностью находится, ну, как говорят, ниже плинтуса. Уже хуже некуда. Я думаю, я сказала, теперь у нас остался еще один то, что мы пойдем на депутатские, по депутатским комиссиям работать по этим всем проблемам. И презентацию нам Татьяна Викторовна вчера порекомендовала выложить на сайте городского совета, чтобы город видел успехи, которые достигли всего за эти 3 года, скажем, две стороны, и депутатский корпус, и горсовет, представители исполнительной власти. И уже мы готовим отдельно презентацию для городского головы, потому что вчера мы все не показали. Мы еще для городского головы тоже, скажем так, подготовили отдельную информацию. Я еще забыла вам сказать о том, что мы, когда начинали мониторить законодательство, мы наше положение по аренде коммунального майна мы передали на экспертизу специалистам в Киев, которые занимаются именно экспертизой нормативных документов на коррупциогенные чинники. И мы получили заключение, что наше положение принято в нарушение норм законодательства в части того, что там очень много позиций, которые несут за собой эти коррупциогенные чинники. Их аж 25. То есть больше уже быть не может. Поэтому само собой стало то, что необходимо, уже вытекающим, стало необходимо то, что нужно менять положение по аренде коммунальной собственности, приводить его к нормам законодательства. На круглый стол мы не пришли с пустыми руками. У нас в управлении коммунальной собственности на 2017-2018 год в планах четко было прописано о том, что они должны разработать положение по аренде коммунальной собственности. Мы его не видели. Вчера говорили о том, что оно есть, но оно на каких-то комиссиях застряло, и там его дальше не рассматривают. Так как мы его не видели, оно не висело на сайте, оно не обсуждалось, не было, скажем, в доступе для обсуждения громадскости, мы считаем, что этого положения не было. Поэтому мы на круглый стол пришли со своим разработанным положением. Вы понимаете, что это документ, который рождается тяжело. Мы его писали на протяжении где-то 1.5 года, отрабатывали юристы со всех сторон. Мы мониторили такие положения
города Винницы, Львова, Киева, Житомира, Харькова, мы брали Чернигова, Сум, и смотрели, как в тех положениях. Хочу сказать, что таких действительно коррупционогенных чинников, как у нас, у них нет. Ни в одном положении нету тех городов, которые мы изучали, там нет, что депутаты имеют право влиять на принятие решений, как у нас в городе Николаеве. Поэтому мы подготовили положение, и вчера, естественно, что наше положение не очень хотели ни управление коммунальной собственности его принимать, ни, естественно, ну, так как депутатов не было, то для них мы ранее слышали о том, что ваше положение как бы сказал один раз господин Копейко, я читал ваше положение, оно мне не нравится. Конечно, нравится не будет, потому что все эти коррупционные чинники, которые там в нынешнем положении, мы их убрали. Достаточно объемный документ, и Татьяна Викторовна вчера сказала, вы подготовили документ, вы лучше внесите, наверное, лучше не его подавайте, а дайте изменения в действующий, потому что такие положения, такие документы никто читать не будет. Я говорю, как читать не будет? Мы уже за вас сделали работу, вы читать не будете. Вы должны его читать, потому что мы считаем, что этот документ, он, скажем так, не совсем доработан до конца. Мы сделали то, что мы считали необходимым, проводили соответствие. Но есть нюансы, которые только могут специалисты прописать. Ну, допустим, там коэффициенты оплаты. Это прекрасное откровение человека, который избран вами. Да. Вот, поэтому еще раз говорю, то, что у нас стоит вопрос первый, это провести через, все-таки убрать с положения по пропастине депутатской комиссии вот именно те полномочия, которым наделились вне закона депутаты. И второе, это чтобы все-таки приняли наше положение с теми доработками, которые должны сделать конкретно уже специалисты управления коммунальной собственности и юристы. Ну, мы можем только сказать, что мы всячески готовы информационно поддерживать ту работу, которую вы ведете. Олена Андріївна Герасимчук, президент Федерації Асоціації малого і середнього бізнесу України, була сьогодні нашою гостею, відповідала на наші питання. Дякую, найкращого успіхів вам. До побачення. Дякую.